ждем первых посетителей. 8 минут осталось. Мне сказал Женя, что если мы опоздаем на 15 минут, не опоздаем, а типа... Что такое? Типа надо быть чуть заранее. Я надеюсь, с этим проблем не будет. Вовремя. Сейчас. Привет. А что я не изменил данные, что ли? Изменил. И мне, я только запускаю стрим, мне сразу начали что-то писать, выписывать. Привет, привет, молодежь, привет. Привет, мужики. Короче, мы едем сейчас летать на самолете. Чья сестра? Ваша? Моя сестра. Всем привет. О боже, сразу какой-то... Драть. Когда девушку первый раз увидел, драть. Мы сейчас едем летать на самолете. Я буду учиться летать на Боинге, нам еще ехать 7 минут, я надеюсь, все пройдет успешно. Почему нельзя было сразу там врубить? Мы уже приехали почти. Я думал еще врубить, чтобы типа мы сейчас ехали, но я думаю, пока все соберутся, на все самое вкусное. У тебя свои зубы? Нет, вражеские. Думаете, последний стрим? Главное сейчас не влететь никуда на жестком. Ну, далековато, конечно. 30 минут ехать, но она того стоит, я думаю. Просто самое забавное, мне должны выдавать и инструктаж на польском языке. Это будем последний стрим с тобой в одежде. Зубами, слышишь ты? Ладно, не буду негативить. Она знает польский, ты знаешь польский? Нет. Просто так туда едем. Просто так едем, посмотрим на самолеты. Как они там парят, не парят. Летают, не летают. Привет, привет. Так, сейчас оно поворачивается само. Ну ты будешь мне переводить? Ну я сам понимаю. Я думаю, мне сильно не нужно переводить. Я сяду, я по интуиции буду летать именно. Я надеюсь, там будет видно, куда лететь, что лететь, ну кабина. Не просто же кнопочки. Я думаю, тебе покажут, куда лететь и что лететь. Да? Да. Мне почему-то так. Ты считаешь, тебя кто-то на самолете катал? Лично? Нет. Ну, это первый раз получается. Это же тоже не на лично. Не, ну, ты не в хате своей живу, знаешь ли, съемный, так что, какие башни, вы чё? Леша пишет, слышишь? Влюбимся. Извращенцы, ужасно. Ужасно. Да всё, что вы, давайте не придумайте, пацаны, что вы там написываете? Тоже напридумывали себе какую-то ахинею, что-то в голову набрали лишнего. Долго ехать? 4 минуты. А мы тут были, кстати, кажись. Это вот это? Что-то вот это, кажись, да. Не, это не то. Надо еще найти, куда ехать. Ну, куда идти, знаешь? Потому что я же тоже любитель такой. Сейчас я быстро чекну. Пробочка еще, да? Ну да, вот. Флу, Варшаву. Вот оно. Вот
Вот это? Что-то Боинга не видно, рели. Что-то не видно Боинга. Радиоактив, наверное, пропали как твои зубы. Не есть зубы, сука. Это же напридумывали всякой хрени. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, будет стрим? Иди нахуй. Да просто чел каждый день приходит и мне этот вопрос задает. Ну, когда будет, тогда узнаешь, бро. Когда будет, тогда узнаешь. Кто твои враги? Мне нет врагов. Это Карина. Ребят, вы видели Карину уже, думаю, много раз. Мы с ней готовили, и я попросил ее помочь мне в сегодняшнем стриме, потому что я сам точно не справлюсь. Это 100% я сам не справлюсь. Когда будешь идти сзади Карины, попу снимаешь. Да будешь как-то... Какими зубами? Что они пишут? Что вы напридумывали, слышишь? Ответь малой в истории. Слушай, знаешь, в чем прикол? Я в Киеве же жил на прошлой хате, и мне типа отмечают в истории, что я со своего аккаунта на телеке не вышел. Тоже какой-то блогер. И потом в сторис отмечают меня, что он в тапках моих ходит, прикинь? Мои шерстяные тапки. Ну, в которых, ну, красненькие такие, которые мне грели зимой. Он тупо в этих шерстяных тапках тупо ходит, блядь, в лифте. Говорит, смотрите, какие подкрадули. Выставляют сторис, блядь, и пишут, Вася, это мои тапки. Я-то подумал, что, блядь, пиздец, стиль-то. Спиздил просто обувь. Инста какой у тебя инста? Инста какая? Кориана. Корианна. В смысле, не спиздил? Это мои тапки. Их во рту не сложил. Вот тут ну, как-то, ну, не видно Боинга, ребят, честно. Нормально, нормально. Здесь где-то? Ну, не да, видно. Наверное. Да, спасибо. Ебать. Ебать, а где мы нахуй? Ну, в каком-то часто. Ебать, а где мы, блядь? Нам вот эту залупу? Бля, мы кажись не туда. Блядь, сейчас есть еще. Есть такое ощущение, как будто там... Это не то, типа? Ой, извини. Блядь, ну это точно не тут. Да, кстати, нам надо очень торопиться. Они могут, ну просто сейчас может эта хуйня не начаться. Потому что... Потому что нельзя опаздывать. Что он пикает? Мне? Я ничего не забыл? Нет, ничего не забыл. Нормально. Ну, кроме шнурков развязанных, пиздец. Ты куда приехал? Мы едем летать на самолете, пацаны. Я очень сильно надеюсь, то, что мы сейчас, ну, нас пустят. Потому что там надо именно пунктуальным быть. Мы же пунктуальные. Мы очень пунктуальные, на самолеты там как будто не слышно. Не сильно видно. Я еще, посмотрите, я футбол сдую. Тоже красавчик. Ну, охуенно оделся. Подумал, тепло будет на улице. Я же на улицу не выходил 3 дня. Думал, классно. Штурки нет времени завязывать. Еще я, как бы, покурить. Но тоже нету времени. Ну вот сюда, мне кажется. Вот кажется, что да. Да, пойдем. Вот, пацаны, вот Fly Flu Sport. Спот? Спот. Инструктаж тут должны провести. Блядь, я надеюсь, я сюда приехал. А что пишется? А, похуй. Случайно сел в тренажерный бонг, приземлился в Москву. Шо-шо? Спот для секса, конечно. Бля, я не знаю, снизу заходить. А ты сможешь на поиске спросить, где тут, типа, обучение на Боинге? Что бы без нее делал, бля, просто, я не знаю, я бы просто бэ-мэ. Бэ-мэ. Тогда Казик, скоро. Это здесь или нет? А вот, рестация. Не-не-не, нам точно не сюда. У меня есть резервный номер, вот.
Что она говорит? А, пойдем. Ебать, фиолетовый стрел. А если ты в аэротрубе участвовала хоть раз? Ой-ой-ой, эфочка небольшая. Пацаны, интернет имеется? Так а что, куда мы пришли? На выход? А, вот. Так а что? Так а кто? Ребят, вы тут? Здесь есть... Кто-нибудь? Wi-Fi нужен. Для... Здесь есть Wi-Fi. А где здесь Wi-Fi? Free Wi-Fi, вон? I'm no fly, буду. Yeah, I'm the капитан. Yeah. You speak English or Polish? Yeah, Polish is just last night. Okay, or English, no maybe I'm. No. You can talk in English or Polish, depend on us. So. Maybe Polish. Okay, no problem. Yeah. Możemy sobie dać się wcześniej. Да. Ёлки-палки. Ого, прикольно, слушай. На. А тебе все нормально? Считай, да. Да, у меня все замечательно все. Получается. Окей, okay, I'm need seat. To the left side, запрашиваем. По левому есть сейчас пенен, чей еще кто есть у него. Ты переводи. Мяч. Короче, мы в самолете. Ну почти, мы в таком самолете. Но будем делать вид, что мы прям... Сейчас вам еще тут справить. Вот, кресла, понял, сдвигаются сами. Поближе сюда. Конечно, на корову будем летать. Окей, I'm first раз, ну, first один, ну, in... Куда летим? Да, летим. Чего-то надо еще чем-то хотеть, чтобы абсолютно первый раз. Первый, ты вообще первый раз это делаешь? Yes, да. Да, окей. Сори, извините. Ну, то что? Пишем себе вот крутого шпания теоретичного. Trochę ci opowiem, z czego będziemy korzystać w jakiś sposób. Maybe English, our session and then just go fly, okay? Okay. Just in front of you, it's control column. Yeah. Put your hands on the control column and let's make full control column deflection. Oh. Exactly. Pull forward. Pull forward? Exactly. Oh. Right. Right. Nothing complicated. I just show you how forces are existing here on this device, okay? Okay. Thrust, reverse, force during our thrust setting. Our gas. Up and fly, yeah? Exactly. If you like to increase engineer. Our... Engineer. Да, пилот, это офигенная профессия. Exactly. Я бы хотела быть пилотом. Но нет. Push, yeah. Push it forward. Ебать, смотри, педали крутятся. This is thrust indication. Yeah. And one parameter is the main, our thrust indication, express our percent. Now it's 53% more or less. Okay. If you would like to decrease our thrust setting, back the throttle. I do trust more or less 21%, okay? 21, да? I do trust 21%. Сейчас мы узнаем, куда мы летим. Это ничего не... Вообще классно. А куда смотришь? Мы летим, да. А where you I'm flying? What is this country I'm flying? Now we are at... Dubai? Poland. No, currently we are at Poland, of course, so... Oh, what is this? It is a trimmer, so don't worry, it's okay. I will tell you what is this, just a little bit. Later. Now we are at Poland at Warsaw at Chopin Airport. Chopin? Okay. Chopin.
Ну и, короче, если вас я поняла, мы в аэропорте Шопен, это в Польше аэропорт в Варшаве. Короче, да. Perform two takeoffs and two landings at Warsaw, okay? Okay. For introduction, for familiarization with our ecosystems, okay? Okay. What's next? The first handle that will operate is the flaps handle. Do you know where flaps are located? No, no. What is the purpose of use? Flaps? No. Flaps are extended from trailing edge of the wing. Закрылки, да? Exactly. Yeah. Exactly. Закрылки, я понял, да. А нет, сейчас нет. Потому что он не смог договориться за реальным. Мы думали, что мы полетим на реальном самолете. Скажи, что you can say Poland, he translate me. Okay. Okay. Переведи мне, я ничего не понимаю. Клапы. Кто мы сегодня клапы? Где сам до чего служим, до чего служим клапы? Для чего нужны вот эти клапы? Ебу. Клапы высуваются сейчас końcowe skrzydeł, tak sobie powiedzieliśmy, no nie? No. Wysuwają się z końcowych skrzydeł, zwiększają powietrze naszego skrzydła, zmieniają profil. W efekcie tego możemy podchodzić do lądowania na mniejszych prędkościach, odrywać się od pasa też troszeczkę na mniejszych prędkościach. Nie, to jest efekt, to są właśnie klapy. Короче, вот эти клапы нужны для того, чтобы увеличивать или уменьшать давление, и чтобы как бы отрываться от земли и садиться. Ага, вот так, значит, окей. Клапы. Jak operować tą dźwignię? Zobaczcie, wszystkie dźwignie są w ten sposób zabezpieczone, no nie? Aby wysunąć, należy odbezpieczyć dźwignię. Zakrętki, ja poniał, da, zakrętki. W jaki sposób? Podnosimy do góry. A, up, da? Co to nie roboty? And set proper value. To nie jest dźwignia klapy, to jest coś innego. To skoro, speed breaker. Speed breaker, tak jest. Yeah. I o tym trochę potem sobie pogadamy. Najpierw z tymi klapami do startu śmiało ustawiamy klapy na 5. 5, do startu, five, da? Tak jest. То есть сейчас вот так, я вот так? Нормал? Нормально. Flaps 5 are set. This is the flaps indicator. Flaps indicator, what is this? Need? Вот это? This is showing position of our flaps. With set flap, was set flaps 5. This is stop at 5, it's okay. Ah, okay. The next handle, następna dźwignia, do podwozia. Chowania, przyczaja naszego podwozia. Слушай, слушай. Я слушаю, слушаю. На Женя, кажется, чуешь? Так. Ого! Подвозе, landing gear. Так. Похование отпущения нашего подвозе. Jak dźwignia jest na dole, no. Podwozie jest wysunięte. W pozycji up podwozie będzie schowane. Aby schować, też musimy odbezpieczyć, nie? W taki sposób odbezpieczamy, wyciągamy w swoją stronę i w ten sposób operujemy. Tak, jeszcze raz to dlaczego? To do chowania odpuszczenia naszego podwozia. To dlaczego, da. Okay. Dlaczego? Я не понимаю, если честно. Не, ну, ты не поняла, для чего? Так, ты что, переводчик? Наша кола. Наша кола? Но стоим на лотнишку на маме подвозе, не? А, это, короче, эти штучки. Шасси, шасси. Yeah, шасси. Докладнее так, докладнее так. Так, а что, когда летим? Вот спроси, что еще надо знать, чтобы взлететь? Что еще можем увидеть? О, ты двух экранах перед нами. А, вот это? По правой стороне. Wyświetlacz nawigacyjny, navigation. Display. Navigation, i o tym w większych szczegółach sobie pogadamy trochę potem, dobra? Do startu nie będziemy i takich naszych pierwszych manewrów nie będziemy go aż tak bardzo wykorzystywać. Teraz zdecydowanie warto skupić się na tym ekranie po stronie lewej. To jest PFD, Primary Flight Display. I co nam pokazuje ten ekran? Radus. No, ciu-ciu, вот это, no, żeby samolotik туда-сюда nie dawał. Instrument in the center. It is attitude indicator on the right tape. It is altitude expressed in feet. Czyli wysokość? Zero. No da. And подожди, что это такое? Руку. At the left tape is speed. Speed. Ah. Okay. And what else? This black bars and one dot. It is our aircraft smoke, sky, ground, white line. It is horizon line, as you said, and in pitch or bend will be shown in this. Okay. Okay. Я понял, да. We are at Warsaw, as we said. It's radio? Nope, it is our for steering our autopilot. Autopilot, да? Yeah, exactly. It's called MCP mode control panel, and we use this
panel for steering our autopilot. Да, классно, классно. And about this, just a little later. Okay. At the beginning, we will fly only hand fly, totally manually, without any autopilot or auto thrust. Auto thrust. Okay. Okay. I need try fly. Ебать, я же нихуя не понял. Давай. Там такой самолет будет.
полетим в кабине пилота. Сейчас ты будешь летать, давай. Я себя протестирую. River, yeah? I'm not down on river or not? Not follow the river. Follow the river, да? Along the river. Ты речку показываешь? Да, конечно. Ничего не показываешь, да? Летим, видите, вон там, вон ты живешь, так. Вот тут я. Так я встретил вообще изи, слушай, мне пилотаж надо. I don't see the driver, I need to see the more. Чуть-чуть вот так, вот. Это свисло, я? Exactly. 2500. Don't worry. I'm solo. Ну, я не хочу знать, как он его посадит. Да, сейчас мы, походу, все-таки падаем. Мы, походу, все-таки очень падаем. О, смотрите, это стадион Народовый. Вот эта вот штучка. Из Поланд? Из Варшавы, да? Да, вон, видишь, стадион. Подожди. Че-то падаем. Все-таки мы падаем. Все-таки а я тут живу, да? Нет, ты вот тут живешь. Go my home. Okay. I see that my home. А вот и здесь. Это автопилот? No. Back angle. Too low. Our audio system. Прощайте, чат. Need speed more? No, speed is okay. It's enough. I'm trying... Back angle. Too much, yeah? Too much back. Бля, прикинь, это я сейчас настоящим самолетом как-то управляю. Ой, find your home? Yeah. I need center. Center. Okay. Yeah, so try to find. I'm fine. Bank angle. Is it? Yeah. Oh, I see it. Yeah. Вот золотая терраса. Вот это вон твой дом. Вот он. Вот. Нормально. Too low. Flash. Too low? Don't worry. I'm trying вот так. Что за рейс? Ну, в Дубае летим, как не, раз. Нет, мы катаемся по Варшаве. Слушай, может, Вайсберга дом просто, но... Вот это здесь... This suit is for training our aircraft. And now, what observe the airplane. If you switch this airplane... Ой, поехали на аэропорт. It's airport, yeah? Yep. I'm trying seat. As you wish. I'm just trying. Блять. Too low, flaps. Тише, Вась. Too low, flaps. Да что то лоу, нормально. There is a short run. Bank angle. I'm try seat. I'm need chassis. Chassis, it's this? It's here. Here chassis, yeah? Yeah, exactly. So, put your gear down. Так, нормал? Да, нормал. Not normal, yeah? Don't worry, I'm sick. I need speed. Что-то на все подпадает. Ёб твою. И мы разбили. Почти. It's very fast, yeah? Definitely too fast. Сейчас. Мы решили, что мы будем... Окей, okay, I need circle сделать надо. Небольшой такой. So, too fast. Perfect. Try to maintain... Что вам подснять? Adjust the pitch. Давай. For 15 degrees. 50? Смотрите, я сейчас на 50 взлетаю. This is 10, this is 20, and this is 50 degrees. So put your nose. А, it's not 50. Вот. Нормал. I will turn the audio system on. А, окей. О, подожди, куда он ушел? Чё, походу все, он понял, что надо бежать с самолета.
А where you go? Ёб твою мать, куда он ушел, блядь? Ну чё, мы разбились? Bank angle. Don't worry, don't worry. Километров я поднялся, я сейчас буду садиться. Слава богу, что мы на земле. I need airport. Where is airport? Where is airport? Ну, типа, yes, where is airport? I'm not sitting. I see you. Туда, да? No. Wings level. And look at this. I see side. The boat. Left side. Left side. Yeah, I'm... Not this one. Not this one. The other is... I'm, вот там, here, exactly. I'm not seated. Exactly. Да? I seated flying, yeah? Flying, ну, типа lightning. Ну, короче, он вот туда вышел, если что, сказала, что он ушел. Try to adjust black dot our nose to the white line, okay? Exactly. Дай покажу, что ты делаешь там? Подсъем. Пацаны, лечу на. Нормал, да? It's okay, it's very good. Thank you. Very well. Where airport I'm... left! Chopin, да? Да я сам. I'm solo sitting, don't worry. Шасси, да. Закрылки. Осуждаю на всякий случай. I need left, я вот так. О, сюда. Сюда чего мчить? Сюда. Здесь morning, да? Morning? Left. Need more left? Вот здесь. Вот так. Шасси. Да. Все, понеслась. Малая, держи. Мы идем на посадку. Ну дай бог приземлимся. I'm very high? Too high, exactly. I need down, yeah? Not because our speed is too high. Speed high, I will very Thomas. Continue to the right. We'll land on the opposite valley, okay? So I'll sit to the right. Right? To the right. One down. Don't worry, we'll land on this airport, but not on this runway, okay? But I'm not sitting. Because we are too high and too close. Speed is too high and altitude. Я не могу сесть, ты представляешь? Ёбаный рот. Что сказалось, поверишь? Ну. Шо? Блядь, где я? Сет на 50. Блядь, мы падаем опять. А нет 50? 500. I'm sitting here? Nope. On this runway. Do you see the runway? No. Сейчас мы пролетели посадку. Again, up? No. This, try to maintain this altitude. Okay? Okay. Something like that. Left? No. 1500 пассажиров. Continue straight. Shortly we will start turning to the left final, okay? Yeah. I'm left again? Not now. Я сейчас так резко дам. Давай. Вот, здесь тут, yeah? Вот так. The same. Yeah. Mechanical. Вот так. 500. Oh, nice. I'm try left. Start turning to the left. It's enough. We've
30? 40. Бля, 500 метров над землей, мужики. Подожди, пожалуйста, мальчик просит, чтобы мы его забрали на повороте. Какой поворот? Слушай, какой мальчик? Тут никого нет. А вот и здесь, ох, ебать тут. Disconnect. And it's radio? No, it's not radio. This is the whole aircraft system. Ебать, я поднял голову. Чей дом, пацаны? Чей дом? Чей дом? Чей дом? Тут вот. Вот это. Пикси. It's Google Maps, yeah? Mm-hmm. Google Maps or the simulator? No, it is not the maps. This is the only. Yeah, I see it. Yeah. Google Maps. Сяду, я сейчас перевернув жизнь не сяду, слушай. Что-то какие пиксели, мы тут в Варшаве летим. А ты хочешь попробовать? Да. Давай, я тоже еще что-то попробую. О, low speed and... Microsoft Flight Simulator. Нет, не симулятор, это мы тут в Варшаве летим. Давай, смотри, я сейчас посажу. Смотрю, смотрю. Точно я сажу? Perfect, yeah? Да ебать, я рожден для этого неба. Я тупо рожден быть самолетчиком. Уже почти начинает деревья цеплять. Диспетчер, диспетчер, идет посадочка, Йосеф садится. Диспетчер. Оп, оп, нормал, нормал. Раз, два, взорвались. Вверх, вверх, вверх. О, I I wanna this is wanna try. Okay. А как? Что тут? I wanna. А? А ну давай сиди, слышишь? Сейчас мы посмотрим, как ты будешь летать. Давай, если не сядешь, потом я на тебя сяду. Давай. По-польски. Давай, пилотик. Чат, как вам мой урок полета? Что такое? Неудобненько. Как-то. Неудобно, сейчас тебя подсадят. Возьмись, возьмись за эту штучку, возьмись. Ручкой возьми за ту верхнюю. По-польску, да? Давай. Я не знаю, как рекламу Твича вырубить, пацаны. Я вырублю. А что, очень много рекламы Твича? Молодец, слушай. Газуешь. Я вам перевожу, это газ. Сколько денег стоит? $200 отдал за это. Еще перенос, и еще $200. Куда летим, чат? Маршрут выбираем. Что тут за кнопочки? Что тут за кнопочки, интересно? Так, Оксиген. Ну все. Издаем. Я включил какой-то оксиген, сейчас они подушатся. Так.
А спроси, что это за панель такая бортпроводника? Мне интересно. Это... Ну, то есть макет. То есть макет. Не, вот этот компьютер спроси, что это. Ой, осторожно. Это, короче, такой компьютер, менеджер, такой компьютер, который... Менеджер, да? Да, для многих задач. Я понял. Понял. А это что у нас? Это мы сейчас куда-то будем лететь, да? Ну, я понял. Да что он там клеит? Ничего он не клеит. Малая, ты отпускай, оно держится. 140 километров, давай. И чекаем до прямой скорости 165. Это турбуленция перед взлетом. Поднимай руль. Руль поднимай. Ух ты, блядь, что-то приземлило меня. На себя. Хорош. Слушай, хороший пилотик. Может, пристегнешься? Сейчас понажимаю тут на кнопки какие-то. Это что такое, блядь? Оп. Все, блядь. Нажал на кнопочки. Это что тут, блядь, тут? Alt, Tilt, Norm, Tilt. Fly Recorder. Да, прикольно. Voice Recorder. Что там показывает? Magenta, Line. Сука, хочу что-то нажать. Часа по праву, ну то начинаем захотеть в праву, шмяло. Так, то есть, на кнопках, то есть, ну, 4 тысячи, ну, дальше и захотеть в праву. Шмяло. Право. Что, как себя чувствуешь? Право. Ебать, ты первый раз за самолетом? Нет, пятый. Полетели в Амстердам? Это камера, типа? Камера пилота, прикольно, я не знал, что такое есть. Ну, дай леска влево. Леска влево, да, Карин. Резко влево. Леска влево, дай. Леска влево, лево, дай, или резко? Какое рево? Блять, что это такое? А что это такое он крутит? Что тут еще можно? Ебать, она летит, посмотрите, пацаны. Не прикольно выглядит эта кабина. Домой бы себе такую. Можно подучиться летать вообще, классно. Могу сейчас где-то там прогуляться. Нет, так а что, она нормально водит. Вот мы в самолете летим. Мы в Китай летим к Зубареву, если кто не знал. Она тебя не слышит, она его хочет. Карин, подбрось меня в Китай. Где мы сейчас летим? Почему так медленно? Дай скорости. Ты 200 км в час летишь, надо 700. Нет. Так, трохи. 700 км надо. Растопи нормально. Чего ты смеешься? Ты говоришь, что он не понимает, что ты говоришь, понимает немножко. Я представляю, какие части он понимает. Да он тоже зал, он хочет скорости. Покажи скорость. Ну вот эти педальки нажми вверх, вот эти. Два рычага. Не-не, сбоку два рычага серых. Где скорость? Вот так на максимум. Вот эти можно? Да не, можно нажать. Давай, нажми. Вниз, да. Дай скорости нормально. Разгони сучку. Только удерживай ее, слышишь? Я удерживаю. Да не, отпусти руку.
Откуда ты смотришь за педалями, мы, блядь, падаем. Да мы не падаем. Смотри, мы поднимаемся. Слушай, мы нормально поднимаемся так-то. Мы поднимаемся до 7000. Пиздец. А куда ты? На 10 тысяч километров хочешь? Нет, 7. $200. Так не пиздеть. Слушай, давай мертвую петлю. Карина. Мертвую петлю сделаем. Слушай, если ты разобьешь тут самолет, придется, ну, на самом деле за него платить. Ну, деньги вообще настоящие. Нет, ты можешь летать часик сколько угодно, можешь, ну, час ты можешь спокойно летать сам, учиться, перепыры. Thank you. Ну что, падаем? Ну давай, давай, слышишь, в дом мой, мой дом, попробуй мой дом. Скажи, что ты сама долетишь. Так. Не сесть, не бойся никого, никого не бойся, малая. Минус 200, минус X. За что? О, дэд циркуль. Ёб твою мать. А ну, крути, 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 нормально. Крути, крути. Выравнивай, малая, выравнивай. Выравнивай. Слушай, тут перезагрузка уже, тут перегрузка, у меня полчата охуела. Ну да, конечно, не. Ну конечно, не учили. Ну, наверное. Я здесь папку расставляю. Все пишут теперь, ебать, ты крутая. Но. У меня 9G перегрузка, у меня лицо стало просто на кубик похоже. Поймал на нас низко, пошел. Самый надежный маркет. Они без никакие. Самый низко, блядь. Это прикиньте, ну король еще малая за рулем. Летит нахуй нормально. Просто переворачивает нас. Ладно, я начинаю шкодничать. Выключаю нахуй, и все. Все, мы падаем. Выси, выси. У нас сломалась эта штука. Какая штука? Мы падаем. А, it's я? Вот так, да? Это я? В смысле, это я напереключал тебе? Это усложнение. Yeah, I'm your teammate, don't worry. Let's go. Какая штука сломалась? А что сломалось? Слушай, тебе надо сейчас присосабляться, присосаться, приспосабливайся, адаптируйся к проблеме. Приспосабливайся к проблеме. Да, давай. Emergency. Don't этот. Just do it, let's go. Оп. Все, карту тебе починили сразу, да? Нет, блядь, ну ты что-то не приспособилась. Так, и то есть... Ну что, хотел пошкодничать. А, да. Что там у нас? Ага, так. Слушай, приземлись на какую-то бабулю. На бабулю. Что? На бабулю сядем сейчас, перепишем майно. Перепишем все с ее хата себе. Что он сказал? Скорость, я скорость нажимаю. Ты хочешь, чтобы я нажал скорость? А ты хочешь сесть, да? Да, все, мы уже садимся. А что, не довезли никуда? Это что, как мой прошлый полет в Варшаву был? Что, 2 часа где-то полетал и обратно сел в Варшаве? Тоже кто-то учился летать? Слушай, ну что я за билет заплатил? Я не понимаю. Мы до Дубая. Зараз мы можем полететь до Дубая? Летим. А сколько будем лететь? Все, мы летим в Дубай. А, спаси, а есть карта? Карта Дубая есть? Вот так, чтобы лететь? Все, все, все. Уже мы дома, они зараз просто спеем. Супер. Так, разведем. Есть карта Дубая, да? Да, сейчас летим в Дубай, не переживай.
хочешь полетать по Дубаю? А что, можно? Да. Может, халифочку? Можем в Нью-Йорк слетать. А you have New York? О, oh, let's go. I think yes. Я хочу выйти перекурить, я сейчас вернусь. I go smoke and return. Okay. Oh, hello. Так и что, малую хочет мою? Подождите. Ну, не мою малую, а типа... На самолет, в смысле? Так а что там, будет тулёшка какая-то сейчас, или что я покурю тут? Я, значит, потерплю. Зачем ты вышел из самолета? Ты же разобьешься. Ты у меня бизнес-класс, пацаны, мне похуй. Мне бизнес-класс, блядь. Могу позволить выйти из самолета, нахуй. Ебать, вышел с Амика нормально, скайпом. Бля, подожди, вы что, в моменте подумали, что я в настоящем самолете лечу? Я звоню 911, за что? Типа я вышел покурить тупо, да? Блять. Опять постанова, отписка, я говорю. Брехун на стриме. Я думал, ты в натуре в самолете летишь. Мы сейчас вместе полетим. Вместе с тобой? Угу. О, ебать, охуенно. Она сказала, что мы можем там слетать. Вместе? Давай, блядь, это вообще охуенная идея. А что, он пристает к тебе? Нет. Чего не пишешь? Ну, там секс уже, блядь, в самолете за штурвалом. Ну, что? Понравилось летать? Угу. Ну да, научил, да? Сейчас посмотрим, чего он тебя научил. Сейчас посмотрим, чего он тебя научил. Меня там научил. Сейчас посмотрим, тебя научу. Чему ты меня научишь? В Америку летим. В Америку летим? Да. Не, в Нью-Йорк, да, летим в Нью-Йорк. Бери парашют сразу. Ну там есть, он уже в какой-то момент, когда ты летал, вышел. Ну да, он съебался с самолета, чтобы мы не упали. Погнали. Поехали. Полетели с тобой сейчас. Погнали. Окей, okay, I'm fly together, yeah? Yeah. Окей. Что? А это для телефона или что? Don't worry. Okay. Есть ощущение, что мы с тобой никуда не полетим. Из Нью-Йорк, я? Из. Окей. Окей, go. Ты поняла, на какой скорости что делать? На 5000. Сильно. У нас руль один на двоих, да, если что. И потом на 4 мы... Ты главная. Ты на главном руле, наверное, да? Давай, на 140 взлетаем, слышишь? Мать, на 140. 140. На 140, вверх, блядь, влево, да, дай. Да, куда ты валишь? Я ничего не делаю. Блядь, мы... Все, полетели. Да тише, куда ты? Слишком резко. Тише, 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 блядь. Тише, тише, don't worry. Тише. Давай, теперь на 4000. Все, на 4000. Смотри, good zone. Слева, смотри, речка, ебанулся, блядь. Вот это класс. Летим. Так это не Нью-Йорк, блядь. Ниже, ниже, ниже. Ебать, мы что там слишком высоко? Чуть-чуть ниже. Не, ну чтоб значение на двадцатке было. Ты куда летишь? Мы сейчас ДТП будем. Мы сейчас взлетим, давай. Ну на двадцатке держи, сейчас взлетим. На скорость падает. Ты летишь или нет? Или я не лечу? Шасси, а шасси нахуй не надо сейчас. Не надо шасси, это открыть шасси. Мы ж не будем садиться, куда ты? А ты не закрывал шасси? Ой, шасси, не надо.
тише, тише, ниже, ниже, ниже. Чуть-чуть самолет, носик ниже. Ниже, 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 чуть-чуть самолетик, послушай. Все, 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 вот так, чуть-чуть взлетаем. Давай, носок, на четверочку, все, теперь вниз. Теперь ниже, чтобы мы видели Нью-Йорк. Все, летим к Нью-Йорку, летим. Поверни его так, чтобы мы прямо летели. На радаре есть самолеты вражеские? Чекай. Посмотри на радар, скажи мне информацию. Нету. У меня ничего нету по моему борту. Нету? Нету. Зеркала заднего вида чекни. Нормально все? Тише, ниже опускай. Трафик пишет, блядь, это. Ниже опусти самолет. Ёбаный рот. Так ниже чуть-чуть давай. Куда мы взлетаем? На 5000 метров. Ниже давай еще. Вот, с кайфом. Вот так, ниже. Ну давай вот эту полоску, чтобы была снизу. Ёб, ну мы же взлетаем постоянно. Ниже, блядь, так ниже самолет, не на себя руль. Все, мы, скорость мы пониже, да. Вот, и теперь флапик делаем. Теперь все, ниже, ниже, ниже. Ниже, говорю, опусти эту суку. Трафик, блядь, едет такси, где-то едет, слушай. Где Нью-Йорк, блядь, я не вижу. Так, башни ищи. Ну, вон мост. Я тоже вижу мост. Мост. Так, летим. Тише, тише, мы падаем, блядь. Выше поднимай. Мы падаем. Тише, тише. Посередине держи. Вот так, вот, все, молодец. А теперь поворачивай. Аэропорт, нам надо туда. Нью-Йорк. А мы не полетаем? Ну, погнали, полетим немножко. Посмотрим на Башню Свободы. Давай, направо, дай жизни, направо чуть-чуть. Я же сам тоже не могу. Не так резко, елки-палки. Нормально. Don't worry, I'm excursion. I'm not first раз in самолетик. War Thunder играл. Погнали. О, ебать, дома классные. Вот, давай, вот это. МГУ? А что, где это? Мы в Нью-Йорке, блядь, какой МГУ? Поворачиваем чуть-чуть, посмотрим на достопримечательности, слышишь? Под мостом, давай пролетим под мостом. Спроси, можно под мостом пролететь? Пробуем? Погнали, мать. Тише. Не, нам не нужно разворачиваться. Блять, поднимай самолет. Ёб твою мать, люди же сзади сидят, там мама, чьи-то сыновья, дети, сестры. Тише. Вот все, мост, дальше мост. Все, мост налево, все, видишь, все, мост слева. Слева мост, сейчас мы под ним подлетим. Ниже давай, вот мост. Блять, что ты делаешь? Чё у нас нос вверху? Давай, вот, под мостом. Пролетим под мостом. Зачем? Мы туда не пролезем. Пролезем. Доверься мне. Доверься мне. Держи самолет. Держу самолет. Доверься мне. Просто доверься мне. Все, я тебе доверяю. Все, доверься мне и смотри. Все, ну лети. Куда вызвать? Тише. Папочка вырулит. Тише. Следующий мост наш. Не меняй, смотри. Тише. 1000, я знаю. Заткнись, блядь. Вот, под мостом. Я знаю, что ты лоб. Don't worry. 500. Тише, мать. Тише. Смотри. И резко взлетаем. Смотри. Тише, папочка дал жизни. И резко. You see it? Я знаю, что я делаю. Вопросики имеются? Perfect timing. Не зря. Четко не разбить. Ты поняла? Окей, его посадку делать. Поняла, что папа может. Я в шоке. Даже он в шоке, если что, инструктор. Я, конечно, потому что папа не зря ебашит. Тише. Да, люди бы сзади вот это подварились в моменте, если бы я вот так нацелил. Делал. Аэропорт. Чек аэропорт мне быстро. Чек аэропорт, мы под ним. Под нами аэропорт. Нет, нам нужен другой аэропорт. Другой аэропорт ровно впереди, в районе руль. Где он? Вот, стоп, летим. Вот так, еще чуть-чуть. Чуть-чуть вправо, супер. И теперь летим вперед. Мы же не выровняли руль, мать. Мы выровняли. Мы на 5000. О, блядь, что-то отпало уже. Ёб твою мать, что сломаю, сейчас штраф дадут.
Ниже надо, ниже. Нам не надо, ниже мы еще аэропорт. Все, тише. Автопилот. Автопилот. Здесь. Оп, все. Ух, накрутил радио. Пишут, что считают, что надо разбиться. Что-то, ну куда разбиться? У нас и дети, там it's самолет, мамы. Это автопилот, я? Yep. Смотри, как он сам. Черт. Смотри, как он сам делает. Давай покажу. Смотри, руль сам двигается. Да, ебать, классно. Куда мы летим-то на автопилоте? Все, не... Ладно, отключаем автопилот. Просила же на ты. Мать, надо садиться. I need go down. О, left, вот там аэропорт, слышишь? Сзади тебя. Да, а... Погнали. Не переживай, возьми, возьми меня. Тише, 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 блядь, мы к земле летим. Тише, 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 держи руль, так, нормально. Держи, держи, не переживай, что я один кручу руль. Ты крутишь руль? Да. Одной рукой папа летит. Смотри, где аэропорт. Thank you. Какой angle? Все, мы отлично поняли. Все, врань. Тише, тише, тише. Вот он. Вот он. Вот тише. Нам надо закрылки, да? Блять. Что это? Ап, нет, я? Оп. Тише. Теперь нам нужно вниз. Вниз, вниз, ебать, нам нужно вниз. Вниз нам нужно. Вот, аэропорт, смотри. Куда ты на себя тянешь, елки-палки? Вот, вниз, дай жизни вниз. Мы сейчас так сядем. Вот аэропорт нас впереди. А давай трюк сделаем. Давай. Да. А что, мы же смотрим свои бутылки и Хокайдо? Почему нам, почему? На сенсе. Бля, ну мы мало. Мы мало. А ну-ка. Мы можем мертвую петлю сделать? Слушай. И все, поворачиваю резко. И все, резко поворачиваю. Что-то мне кажется, мертвая петля, это в прямом смысле этого. О, смотри. Шон, а Шон? О, мать, ты шо? О, ты шо, мы валим? Выравнивай, там люди в шоке. Блять, выравнивай самолет. Выравнивай, выравнивай. Выравнивай. Выравнивай, быстрее, выравнивай. Все, мы сбросили скорость, нормально. Ебать, там по салону все пошли, слышишь? А теперь в аэропортик погнали. Сейчас мы найдем. Блядь, а что мы так как-то, слышишь? Что это мы так как-то? О, все, нормально, нормально, нормально. Не, мы вообще высоту не теряем, слушай. Ну да, вот давай в бассейн залетим. Классно, классно. Тише, 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 тише. Не переживай, папа держит. Где аэропорт? Ты видишь аэропортик? Бля, ничего не вижу, все пиксельные. Где аэропорт? Вон аэропорт. А, вот он. Все, давай туда, наваливаем. Вот, скорость у нас 100 километров. У нас малютенькая скорость. Все, все, погнали туда. А что, мы падаем или что? На себя, на себя, на себя, на себя, на себя, быстро, на себя, мы сейчас разобьемся. На себя, быстро. Тихо, 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 блядь, мы чуть не разбились, 500 метров, все, 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 назад, поменьше, поменьше, поменьше. Все, градусы, выравнивай градусы, нос опусти, опусти нос. Нос опусти. На левее, левее, левее давай. Зайдем, зайдем на аэропорт вместе. Тише, 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 левее, 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 не падай, выравнивай, выравнивай, тише, 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 назад, назад, все, тише, не дергай, выше, 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 люди сзади, люди, блядь, жизни людей в твоих руках, чуть-чуть, вот, тише, все, тише, тише, вот, вот, посадочка, вот, вот, мы сейчас нормально приземлимся, 200 метров, держи на себе, 150 км у нас, все, тише, 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 носик высоко, все, ты нормально чувствуешь самолет? Язык не высовывай, оторвет ветром. Блять, скорости дать. Блять. Блять.
Все, все. ДТП. Вот и здесь. Давай, 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 мы можем. Мы можем. Мы еще можем. Есть вторая жизнь. Нормально, мы посадим. Тише, тише, тише. Скорость минус. Закрылочку. Покойся. На себя. Вниз, вниз, вниз. Давай, свержен. Ох, ебать. Норма. Живы. Все, 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 супер. Все, класс. Все, норма. Все, yes, 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 good. Хорош, куда мы еще едем, блядь? Еще метров 300 поедем. Надо еще 100 км, мы едем под 100 км еще. Найс. Nice. Все, отлично. Ты хорошо водишь, ты хорошо летаешь, ты знаешь, вообще, мам, разъеб. Именно слово, вот, вообще. Все, не? А вот здесь чипс. А, it's parking. Ну, ребят, добро пожаловать. Выходим, выходим, ребят, добро пожаловать. Добро пожаловать, выходим. Ну что, все, я думаю? Все, да. Окей, I'm finish. Полетали и хватит. Что это такое? Кнопочки такие везде классные. Сюда мы. Да, как выйти? Куда нас привезли? Нормально, ребят, нормально. Я сам могу. Просто вверх потяни эту штуку, не эту ниже. Ниже рукой потяни вверх. И отсовывайся, вот. Хорош. Еще отсовывайся. Красавчик. Блять. Куча кнопок, мне в голову уже что-то влезло. Это твой? Да, это мой телефон, да. Разбитый. Все, мы можем идти. Все, скажи. Thank you. It's very nice опыт, experience for me. Буду знать, как летать, куда ударяться, что делать. Что, может, китайский ресторанчик? Какой? О котором ты говорила. Там магазин. Китайский магазин? Да. Ты же говорила ресторан, там все по-китайски говорят. Да, мы уже в Китай прилетели. Зубы. А что там можно купить? Там типа очень много всего. Вызывай такси. Туда? Да. Чат, как вам полет? Это лол вышел? Да, лол вышел, вот промодерировал и пошел уже. Злой Airlines, верните деньги за билет. Хуй соси. У нас без возвращений. Скажи спасибо, что цел, жив-здоров. Домой сам дойдешь. Ебать, живы. Да, живы, нормально, долетались. Хорошо. Хорошо, вот это жизнь. Кушать хочу, конечно, пиздец еще. Я так вообще не поел. Не, я поел, а протеин выпил. Я думал, там ресторан. Не, там китайский такой магазин, со всякой китайской фигней. Пойдем. А там есть пахучки? Пахучки есть там? Пахучки. Зара? Не, ну вот эти пахучки. Ладно, смотри. Давай я вызову. Подожди, адрес пытаюсь вспомнить. Это Макотов. В смысле, зрители укачали? Нормально? Меня, кстати, укачало, тебя нет? Ну, немножко да, кстати, было такое, когда мы начали кружиться, это пиздец. Чат, вы тут? У меня там этот. Нашла? Да, Wi-Fi отключил. Немного. Телепортировались, блядь. Но если честно, укачало нормально так. Я вот сейчас почувствовал что-то такое. У тебя и нет не ловит? Да. Какая-то фигня с этим. Все равно сейчас за несколько. Давай, у меня впишем. Как? Вписывай на английском. А сколько времени сейчас? Это какое время сейчас? Сейчас. А, 4:40 только, да? Угу. Это если 5, то это будет 6. А, да времени у меня есть дохуя.
Не, так это 6 часов, 8, да, нормально. Да, молодец. Нормально, есть время. Еще 2 часика есть. Походим, погуляем, покатаемся. Главное, зарядочки, чтобы хватило. Все? Угу. Сейчас. Сколько нам ехать? Вот в чем вопрос. Ебануться. Сколько? Ну, ехать тут это хуя. Ебать, 40 минут ехать. Пиздец. Ну и в жопе мы, конечно. Ну и в жопе, блядь. Ну и в жопе, блядь, мы. Надо было ближе долететь. Да, я вот тоже думаю, надо было долететь поближе. Пойдем наверх, может там какой-то кофе есть. Что-то выпьем. 8 минут будет ехать такси. 8 минут. Да, надо было ближе сесть. Надо было прямо возле Злотых сесть у меня. С кайфом. А, холодновато? Да, и только не говорите, что я стик сломал. Да, вот с этим Эгосом проблема в том, что я ломаю стики. Я не застреваю там. Да случайно. Toyota Prius. Он 8 минут едет сюда, а мы еще едем минут 40. Ну, нормально. Злой, иди сдавать на права, нахуй тебе этот геморрой с такси. Да нахуй машины, машины неинтересны. Тем более тут сдавать права на польском, но это надо быть, ну, ебанутым. Может тут что-то есть похавать? Вот есть что-то похавать? Но мы не успеем похавать, да, наверное? Бутерброди какой-то. Что ты можешь, что-то будешь пить? Будешь что-то пить? Что там такое написано? И все? Что с сыром и сыром. Давай. И что с сыром? Да. Вода? Да, он 4 километра будет ехать, я думаю, быстро сделают. С телефоном туда точно не зайду. Сеть огромная. Я вижу. Ебать. Не, мы как-то съездим сюда 100%. Ебать, круто, правда? Но тут очередь большая, мы не успеем. Ебать, прикольно. Не поднимет. Не пизди, блядь, поднимет. Ай-яй-яй, ты шо? А попочка как? Я до тебя... А вдвоем, интересно, можно забежать туда? Сейчас только, да? Первый раз. И летать тупо толпой, блядь.
телефоном, мне кажется, нельзя, он упадет вниз. Ну да, вверх. А он слишком легкий будет. Телефон, ему пиздец будет. Он сказал, что типа мне тоже будет. Почему? Не знаю, он сказал, что типа я вам будет. Потому что ты легкая, типа? Посмотри, что они делают. Ебать, а как это? Охуеть. Охуеть. Ебать. Я хочу тоже так. Можешь, можем не поехать с вами? Да нет, тут людей дохуя, тут все по записи. Но сейчас ждать не могу. Я смогу изи. Джека пишет тут по записи тоже, но мы в следующий раз приедем сюда по записи. Полетать. Я кого-то возьму, с пацанов еще, девчонок возьму и полетаем. Прикольно. А что, на него сядет, что ли? Бля, я, кажется, тост не успею схавать. 2 минуты осталось. Заберешь? Да не заберу. Бля, очень вейбово. Это не для стрима. Почему? Ну... Бля, я не знаю, как себя вообще чувствовать в этой теме. Ебать, тут можно просто въебаться в стекло. А собаку можно в эту штуку закинуть? Интересно, как она будет себя чувствовать? Ну вот эту собаку. Удаляй стрим, хорошо. Пойдем? Минута. Уже сделали? Приятного. Да, у меня инета тут вообще нет. Хочешь? Кофе? Угу. Кофе нет. Эф лагает у вас, что ли? Надо выйти отсюда. Пойдем. Попу не тут тоже. Не лагает.